Богата Кубань своими городами, станицами и хуторами. И Славянский район, который отметил свой 99-летний юбилей, занимает в Краснодарском крае свое весьма достойное место. И все, чего добился муниципалитет, это заслуга прежде всего самих славянцев, наших земляков. Об этом и многом другом говорилось на торжественном мероприятии, посвященном Дню Славянского района и Славянска на Кубани. Наш район – это 14 сельских и одно городское поселение, объединенные общей любовью и заботой о родной земле в большую семью. Мы все по праву гордимся историей района, его современными достижениями, верим в его будущее. Наверное, каждый по мере своих сил вносит свой вклад, но есть и самые достойные, кто заслужил особые слова благодарности. Славянцы любят свою малую родину, и это помогает им в их деятельности. И каждый год мы отмечаем поступательное развитие района. Конечно, все, что создается людьми, все, что создается под руководством руководителей нашего города и района, это не может не радовать. И я горжусь тем, что я здесь живу, что я могу тоже свою какую-то лепту внести в развитие нашего города и района. В частности, город наш молодежный. В связи с открытием вуза город стал еще краше, молодых людей много. А это говорит о том, что у города есть будущее. Наши земляки – это история и современность муниципалитета. Это постоянное стремление к созиданию. Они искренне гордятся своим районом. Мне очень нравится наш город Славянск, он самый чистый, он самый красивый, у него улицы ровные. У нас есть промышленная зона, где имеются все заводы, фабрики. У нас имеется здравоохранение, тоже расширяется, строится, обновляется. У нас есть культура. Наш город славится культурой, наш город славится красотой, наш город славится образованием. У нас, начиная с детских садов и затем идет школа, затем идут техникумы, 3 или 4 техникума у нас, затем идет высшее образование. Я горжусь тем, что я живу уже много-много лет в этом прекрасном городе. Я горжусь теми людьми, которые меня окружают. Они все добрые, прекрасные, занимающиеся спортом. На торжественное мероприятие были приглашены почетные жители города и района, представители власти, депутатского корпуса, силовых структур, предприятий и организаций общественности. Глава Славянского района Роман Синеговский сердечно поздравил всех собравшихся с праздником и пожелал им всего самого доброго. Он подчеркнул, что Славянский район всегда гордился своими заслуженными земляками, беззаветными тружениками. Все наши отрасли дают хорошие темпы роста, примерно 6%. У нас есть возможность с вами наполнять бюджет, есть возможность реализовывать программы. Вы, наверное, видите все и смотрели фильм, и вот слушали, наверное, информацию, которую давали сегодня вот по нашей главной улице Красной, да, что мы строим объекты, развиваем инфраструктуру, заканчиваем строительство детского садика, строятся спортивные объекты, площадки. Это благодаря тому, что все вместе трудятся на один общий результат. Сегодня получил много поздравлений, много наших почетных жителей звонили мне, которые не смогли приехать на сегодняшнее мероприятие. Но все они говорили спасибо, прежде всего, работникам администрации, спасибо депутатам, спасибо в целом большой команде Славянского района. По традиции, в торжественной обстановке была проведена церемония награждения лучших. Были вручены медали за вклад в развитие Славянского района, а также благодарности победителям номинаций «Человек своей земли», «Лучший по профессии», «Честь, заслуженная трудом», «Доброе сердце», «Новое поколение», «Общественный деятель», «Успех года» и «Спортивное достижение года». Каждый год славянцам, которые внесли большой вклад в социально-экономическое развитие района, присваивается звание «Почетный гражданин муниципального образования Славянский район». Я хочу низко поклониться всем поколениям наших жителей, которые делали все для того, чтобы наш город и район экономически процветал и развивался.
делали наш район сильным и крепким. И сегодня мы гордимся этими достижениями. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Звание «Почетный житель Славянского района» удостоены директор филиала Кубанского госуниверситета в Славянске на Кубани Ольга Леус, атаман Славянского районного казачьего общества Александр Симко, директор по производству «Славянск-Эко» Роберт Паранянц. Имя ставшего почетным гражданином района Александра Симко, главы Анастасиевского сельского поселения, настоящего патриота, много говорит славянцам. В этом году у нас произошло значимое событие. Мы в январе месяце открыли новый Свято-Анастасийский храм благодаря помощи и поддержке всех жителей, предпринимателей нашего поселения. В этом году мы впервые заасфальтировали улицу Пролетарскую по краевой программе. Это все благодаря помощи краевой администрации, федеральных властей и, конечно же, нашего главы района Романа Ивановича Синяковского. Спасибо им большое, потому что благодаря их труду и нашей помощи мы все это делаем вместе. За последние годы очень много сделано для того, чтобы район и город преобразились, поселения преобразились. И я от всей души поздравляю всех наших жителей Славянского района с этим праздником. К поздравлениям присоединился и глава Славянска на Кубани Александр Берсенев. Красная лента почетного гражданина Славянска на Кубани была вручена ветерану труда, представителю управления по торговле и защите прав потребителей Любовь Грига. Лучшие славянские артисты подарили всем свое творчество и отличное настроение. Радуйся, радуйся свету, радуйся, городу Петру, радуйся, судьба тебя ласкает дома. Радуйся, звездному небу, радуйся, теплому хлебу. Выступления певцов и танцоров пришлись по душе зрителям, которые не скупились на аплодисменты. А завершилась концертная программа песней, славящей нашу родную страну. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы моря, погибая России славя. Верность традициям и любовь к родной земле будут и впредь залогом успеха и процветания нашего муниципалитета. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».